Всем большой привет! Я художник Людмила Филиппова, и вы находитесь на моем канале «Рисуем вместе». Угадайте, где мы с вами сегодня находимся. А находимся мы в одном из живописных парков Рима, где выращивают тюльпаны. Не знаю, получится ли у меня сегодня поскетчить здесь на свежем воздухе, но это, в принципе, не важно, потому что основная моя цель – это набрать большой красивый букет тюльпанов. Обещаю, что выберу самые красивые, которые мы с вами и будем рисовать. Так что оставайтесь со мной, продолжайте смотреть это видео, чтобы не пропустить всю эту красотищу. Вот, мои дорогие художники, я уже вернулась домой из парка и приготовила ему рабочий стол для нашего сеанса живописи. Конечно же, я привезла с собой букет с тюльпанами, и сейчас мы их будем рисовать. Вот он мой букетик, собранный с большой любовью, специально для вас. Скажу честно, что первоначально у меня было две идеи постановки этого видео. Одна из них – это нарисовать полноценный натюрморт, а вторая – это уделить время и внимание начинающим художникам и порисовать отдельные тюльпаны разных форм и цветов. И в конце концов я выбрала второй вариант, который будет полезен и новичкам, и уже хорошо рисующим людям, так как совершенству, как говорится, предела не существует. Рисовать я сегодня буду всем знакомыми красками «Невская палитра», «Белые ночи», 36 цветов. Ну и начну я, пожалуй, с желтого тюльпанчика, так как он у меня очень крупного размера и невероятно красивой формы. Да и к тому же здесь будет совсем несложная цветовая гамма. Рисовать карандашный набросок совсем несложно, так как тюльпан это один из довольно-таки простых по форме цветов, за исключением, конечно же, всяких редких видов, как махровые тюльпаны и так далее. Так что у вас все должно непременно получиться. К сожалению, я не смогла выбрать время и порисовать в парке различные скетчи, хотя желание такое у меня было, конечно же, потому что когда ты выезжаешь куда-то с маленькими детьми, то это всегда непросто. Но зато я собрала очень интересный фотоматериал, с которого мне будет удобно и приятно работать, когда тюльпаны отцветут. А это уже будет совсем скоро, к сожалению. Будем рисовать по-мокрому первоначально, поэтому я смачиваю хорошо бумагу чистой водой. И теперь постепенно начинаю добавлять цвет. Работать нужно очень быстро, пока бумага не просохла, и в то же время очень аккуратно. Я начала с самого светлого оттенка, какой только у меня был. Это желтое лимонное. И постепенно в теневые места добавляю более темные и более яркие оттенки желтого, какие у меня имеются в наличии. Не забываем оставлять центральную часть тюльпана более светлой, для того, чтобы он казался визуально объемным по форме. Внутренняя часть всегда более темная, так как она находится максимально в тени. Здесь можно использовать охры, к примеру. Также можно добавить немножко серенького. Я его здесь отчетливо вижу. И таким образом, по влажному, я выполняю большую часть работы. И теперь, когда наша бумага немного подсохла, можно добавить всякие мелкие детальки,
типа прожилки, усилить тени и так далее. Надо сказать, что исправлять ошибки в акварели непросто, а иногда и вообще невозможно. Поэтому, добавляя слой за слоем, постепенно усиливая интенсивность, можно избежать всяких неприятных моментов, таких как перебор с цветом, к примеру. Ну и теперь чисто символически нарисуем стебелек. Стараемся использовать не один, а несколько оттенков зеленого, чтобы наша работа смотрелась более живописно. Как видите, на практике все не так уж и страшно, как казалось. Следующим я бы с большим удовольствием порисовала черный тюльпан. Его так называют, но на самом деле он, конечно же, не совсем черный, а темно-темно-бордовый. Сразу скажу, что такой сложный цвет, богатый всякими разными оттенками, от теплых до холодных и наоборот, мы будем набирать постепенно, послойно. Опять-таки смачиваю бумагу и понемногу вливаю сюда бордовые, немного красных, бордовые теплые, бордовые холодные, рубиновые и также немного голубой. В идеале было бы хорошо порисовать черные тюльпаны с натуры, для того, чтобы лучше уловить и все оттенки, составляющие их сложный цвет. Работать по фотографии будет гораздо сложнее в этом смысле. Также напомню вам на всякий случай, что в акварели, каким бы темным ни был ваш сюжет, все равно снизу всегда должна просвечивать бумага, иначе ваша работа потеряет свою легкость и воздушность, присущую этой технике. Поэтому не закрашивайте все слишком плотным слоем. Сегодня в парке я попыталась собрать такие шикарные махровые лохматенькие тюльпаны, но, увы, у меня ничего не получилось, так как они облетали прямо на глазах. Ну что поделаешь, сезон подходит к концу, до дома я бы все равно их не довезла, но фотографии на клумбах я сделала очень интересные. Может быть, мы их когда-нибудь с вами порисуем. В этом видео я особенно не ударяюсь в перфекционизм, это мне не нужно. Главное объяснить принцип. А там уже, чем больше вы будете практиковаться, тем, естественно, у вас будет лучше получаться результат. Вот он мой черный тюльпанчик. Ну, а мы идем дальше. И в заключение порисуем вот этот, сиреневого цвета. Здесь все довольно-таки просто. Основной нашей задачей будет передать всю нежность и хрупкость этого цветка. Я лично вижу его очень деликатным. Я намешала такой приятно сиренево-розовый цвет и даже добавила в него немного белил, совсем капельку, чтобы слегка потушить излишнюю яркость тона. Кстати, белила как таковые почти никогда не используются в классической акварели, за исключением редких случаев. Так что ими лучше не злоупотреблять. Хотя, надо сказать, что многие известные марки, выпускающие акварельные краски, включают их в свои палитры. В том числе и в Невской палитре белила тоже присутствуют. Я постепенно заканчиваю сегодняшнее видео, от которого я получила особенно большое удовольствие. Мне было бы очень приятно почитать ваши комментарии с вашими откликами. Так что, пожалуйста, пишите мне. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!